Пивовары называют Сочи пивной столицей России, а также отмечают, что для них курортный сезон в южной столице России начинается с фестиваля «Море пива в Сочи». Церемония официального открытия юбилейной и, в принципе, первой выставки компании «Соут» началась с просмотра фильма, где прослеживалась вся 25-летняя история пивного форума. Выставка в Сочи – это то мероприятие, которое, наверное, в истории пивоварения внесло уже свою золотую строку. И от имени Союза российских пивоваров, наверное, лучшая благодарность для организатора выставки компании «Соут» – это вручение нашей высшей отраслевой награды за вклад в развитие отрасли. В этом юбилейном для выставки году участие принимает рекордное количество делегатов из Италии, Словакии, Дании, Казахстана, Китая и, конечно же, Чехии. 25 лет – это, сами понимаете, что уже достаточно большой срок и достаточно большой опыт. Компании сюда приезжают с большими ожиданиями, но одновременно и с большими результатами возвращаются к себе домой. Встречал гостей форума бессменный руководитель компании «Соут Сочинские выставки» Юрий Захарченко. 25-я международная выставка-ярмарка «Форум пива 2016» открыта. С 17 по 19 мая в рамках форума пройдет сразу несколько мероприятий. Это международная выставка пива, фестиваль «Море пива в Сочи», международный конгресс производителей напитков, а также традиционный конкурс пива, сырья, оборудования и безалкогольных напитков. 20 мая объявлен днем пивонерии. Это серьезнейшее деловое мероприятие пивоваренной отрасли всего мира. Здесь присутствует порядка 200 компаний-участниц из более 20 стран. Это все лучшее отечественное пивоварение. Мы очень горды тем, что нам удалось сделать и поддерживать это 25 лет. Я думаю, что мы внесли свой вклад в развитие пивоваренной отрасли. Первая профессиональная выставка пива в стране позволит воплотить в жизнь лучшие разработки ученых. Инга Габейшая, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.